опять же, жировые отложения – это источник дополнительных женских гормонов, поскольку уже своя функция начинает затухать, и организм пытается компенсировать вот то, что у женщин затухает ее функция женская, репродуктивная, тем, что он аккумулирует, да, аккумулирует вот эти вот жировые отложения, чтобы оттуда брать гормоны. И, по сути дела, мы немножко вот начинаем бороться, может быть, нужна какая-то гормональная, в том числе, терапия, не только строгое к себе отношение, диета и физическая нагрузка. Но есть такое понятие, как заместительная гормональная терапия, которая назначается женщине в период и постменопаузы. Но здесь учитывается не только лишний вес, а целый ряд других параметров. Но это может быть назначено тоже. Только сначала нужно пройти какие-то обследования. Но сама по себе заместительная гормональная терапия вес не снизит. Нет. Нет. Эта терапия направлена не на снижение веса как такового, да, а на компенсацию недостатка женских половых гормонов. Ну, просто, возможно, если их будет достаточно в организме, уже организм не будет требовать такого количества калорийной пищи. Но это просто может несколько сдвинуть, да, обмен веществ в более благоприятные русла, и тогда вот все те коррекционные мероприятия, как диета и фитнес, дадут, да, быстрее положительный результат. Многие женщины все-таки отмечают, что уже в 45-50 лет заниматься фитнесом неинтересно, но вот, допустим, плавание многие выбирают. Да, пожалуйста, то есть это может быть любой вид физической активности. Танцы, да, вот танцы, они говорят, да. Прекрасно. То есть можно просто подобрать вариант, конечно, не отмахиваясь вот от... Нет, это не обязательно должен быть тренажерный зал, да. Или степ-аэробика. Нужно учитывать, что женщине нравится, потому что это должно приносить удовольствие, эти занятия. У нас остается буквально несколько минут до конца. Давайте подведем итог нашего разговора. Итак, все-таки лишний вес, а уж тем паче ожирение, он влияет на женское здоровье в любом возрасте, да? То есть и в молодом, и в период репродуктивный, и после вот этого, да, предклимактерический климакс. То есть обязательно женщина должна следить за своим весом, чтобы не потерять свое именно женское здоровье. Но здоровье не бывает женское или общее, оно одно. Ну, безусловно, за весом следить надо, потому что с нарушениями обмена веществ связаны очень серьезные проблемы. Как мы сказали, это может быть и сахарный диабет. Это может быть и сахарный диабет, да, и риск инфарктов, инсультов. Ну и проблемы с сосудами, потому что это, особенно если это беременность, это тяжело носить ребенка и свой вес. Безусловный позвоночник, да, нагрузка. И это все сказывается и на самочувствии. Можно ли, скажем так, после беременности резко худеть, если все-таки несколько лишних килограммов было во время беременности обретено? Резко худеть никогда не нужно. Резкое похудание связано, да, тоже с риском возникновения определенных проблем. И после родов женщина, в общем-то, должна быть настроена на грудное вскармливание, правильно? И здесь резкое похудание... Не рекомендуется, да, потому что это может привести к снижению объема лактации, к недостатку молока. Понятно, спасибо. Ну что ж, к сожалению, время нашего разговора подходит к концу. Я хочу поблагодарить за участие нашу гостью, за интересный разговор и полезные советы. Напомню, что сегодня у нас в гостях была заведующая акушерско-гинекологическим отделением Центра иммунологии и репродукции, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Нина Владимировна Беленко. Спасибо вам большое. Ну а наша программа продолжится через пару минут.